хейтеры сосать. Теперь это по-настоящему действительно так и оказалось. То, что, да, действительно, оказывается, в разных казино разная отдача слотов. В Book of Daddy там 94, по-моему, ну вот сейчас покажу, в принципе, я заскринил, короче, inside information, вот, 1x слот 96, в Play Fortune 94, это в Book of Daddy, а в Avada чемпион, ну, такие, да, которые сейчас пиарятся, у них вообще 84, хуйня, короче. Хуя себе. Казино 1x слот, именно оно стало лучшим, обошло абсолютно по всем параметрам всех своих конкурентов. Огромное количество игровых автоматов, 80 провайдеров, такого количества нет ни в одном казино. Моментальный вывод денег, в течение буквально 5 минут выводят деньги. Огромные лимиты по выводу, 3 миллиона 700 тысяч можно в сутки денег вывести. В данном казино есть такая функция, как перевести другу. Если у вас кто-то из друзей в этом казино играет, вы можете со своего счета пополнить счет своего друга, то есть перевести деньги ему. Функция, конечно, так себе, но все равно приятно. Такую функцию я нигде, ни в одном казино до этого не видел. И, внимание, здесь есть статус VIP. Получить, конечно, его, это надо очень-очень тут много играть, вот, но если вы его получите, то здесь возврат денег, идет кэшбэк не только с проигранных, но и с выигранных денег. Такого тоже я ни в одном казино не видел. Есть просто карточные игры различные всякие, 21, есть нарды, есть, в общем, тут можно даже дурака на деньги играть. Это казино, в котором необходимо брать все бонусы до одного, потому что здесь раздельные бонусные депозитные счета. Бонус не липкий. То есть, если вы с депозитного счета выиграете деньги, вам не надо будет откручивать вейджер. Вы сразу можете поставить деньги на вывод. На бонусном счете, который отдельный, вы можете бонусный счет откручивать за счет бонусных денег. То есть, за счет бонусных средств можно откручивать. Это, конечно же, тоже очень круто. Данное казино 1x Slots, в него можно играть как на компьютере, да, так оно доступно и на Android, и на iOS, поэтому мультиплатформенность здесь, конечно же, тоже есть. Минимальный лимит здесь по депозиту 50 рублей, то есть минимальный депозит в этом казино 50 рублей. Можно играть, есть копеечные ставки. В эндорфине, допустим, можно играть по 50 копеек ставка. Это, я считаю, тоже очень круто. Вот. В общем, по большому счету, лучшего казино, чем это, я не видел. Более того, мне еще приятно об этом говорить. В этом казино в прошлом году, это одно из немногих казино, в котором я остался в плюсе, в довольно неплохом. Поэтому это, конечно, тоже дает свой показатель для меня. А сегодня на видео у нас это онлайн-казино под названием 1x слот. И давайте пополним депозит, попробуем что-нибудь выиграть и в очередной раз проверить, как здесь происходит вывод средств. Но в этот раз мы будем его пополнять не через Киви кошелек, а через банковскую карту. Нажимаем на депозит, выбираем Visa, нажимаем «Я подтверждаю свое согласие», нажимаем «Подтвердить». Вводим данные карты, оплатить 50 рублей. Пришел одноразовый код. Вводим код, нажимаем «Отправить». Платеж успешно завершен. Вернуться на сайт компании. И все, у нас на счету 59 рублей, то есть 9 рублей у меня оставалось на счету, и 50 мы пополнили. И давайте попробуем во что-нибудь поиграть, что-нибудь выиграть. Если мы что-то выиграем, я сразу же буду уводить деньги на счет. Если проиграем, то я еще раз пополню и буду пополнять до тех пор, пока мы что-нибудь не выиграем, для того, чтобы проверить, как работает вывод средств. Мой любимый провайдер в данном казино. И, наверное, моя любимая игра. Нажимаем старт. О, как быстро. Быстро, со второго спина. Со второго спина сразу поймали 200 рублей. Поставки 5 рублей. Ого, нормально.
Итак, с 50 рублей мы немножко быстренько поиграли и выиграли 300 рублей. Да, конечно, это мелочь, но суть в том, чтобы показать вывод средств, в течение какого времени он придет. Да, и еще очень важный момент, депозит здесь подлежит отыгрышу всего лишь в однократном размере. В основном во всех остальных казино депозит нужно отыграть в трехкратном размере. Здесь минимальный отыгрыш депозита. Это еще один большой-большой плюс. И давайте перейдем в личный кабинет и выведем 300 рублей. Личный кабинет. Вывести со счета. Visa MasterCard. Нажимаем 300 рублей. Нажимаем подтвердить. Вводим номер карты. Нажимаем подтвердить. Сейчас придет код. Точнее, код из приложения. Так как у меня двухэтапная авторизация, должен высветиться код в приложении. Вводим код. Нажимаем подтвердить. Заявка успешно создана. Окей. Заявка на рассмотрение. Давайте посмотрим, сколько времени. У нас дата запроса 22.09.2019. 1 час ночи 08 минут. Статус уже одобрено. Отлично. Как бы показать. Так. К сожалению, с банка онлайн на эти компьютеры зайти не могу. Давайте я вам покажу, наверное, вот так. Вот, видите, у меня сейчас 258 рублей всего на карте. Поэтому я пополнял всего на 50 рублей. И давайте подождем платеж. Также вот наше пополнение. Это 50 рублей, мы видим. Давайте подождем нашего пополнения. 300 рублей. И вот нам поступила выплата. Очень-очень быстро, реально. На банковскую карту пришла выплата за 3 минуты. Понятно, это маленькая сумма, но, как вы видите, это просто за 3 минуты. Плюс 300 рублей, баланс. Я вот только что обновил статус, да. Выплаты, возможно, одобрили прямо за минуту. Сейчас у нас время это 1 час 12 минут. А, вот, выплата пришла в 1 час 11. Давайте я еще раз покажу, во сколько пришла выплата, если будет видно, да. Вот, видите. Выплата пришла в 1 час 11 минут. За 3 минуты выплата пришла на банковскую карту. На Kiwi кошелек мне приходило тоже примерно за 3-5 минут. Это очень-очень мало. Данное казино имеет раздел отзывы. Вы всегда можете оставить свое мнение или отзыв о данном казино. И причем казино ссылается на Ask Gamblers. Кто не знает, это Ask Gamblers, это форум номер один гемблинга в мире вообще, который входит в холдинг Katana Media. На данном сайте у казино хорошая репутация. Кстати, посоветую вам всегда обращать внимание на рейтинг казино на Ask Gamblers, потому что здесь нельзя купить себе как-то рейтинг. Тут он формируется от подачи жалоб, их решения от игроков. Плюс сам форум оценивает казино и дает ему оценку. Здесь довольно-таки хорошая оценка у данного казино. Казино не один раз становилось казино месяца. В общем, по большому счету, лучшего казино, чем это, я не видел. Более того, мне еще приятно об этом говорить. В этом казино в прошлом году, это одно из немногих казино, в котором я остался в плюсе, довольно неплохом, поэтому это, конечно, тоже дает свой показатель для меня.